Атлетики против игрока. Настольный теннис тоже попадает справа, как Алексей. Что? Как в атаку тут же понесся Алексей. Попадает он своими бомбами. Спасается сейчас Джасур. Все. Все. Стоп! Что ж, поехали. Сейчас сразу же пошли в рубку, ребята. Артем был обоюдное попадание. Ну как Костя слева махнул. Что вообще это? Что за два боя подряд у нас тут? Отчитывает рефери нокдаун Артему. Ну и Костя, конечно, тоже упал. Да. Мощный одиночный удар заряжают оба. Зажимая сейчас Артем соперника, не слышит команды. Да, остановите. Можно еще чуть-чуть. Продолжаешь? Давай. Точно? Давай, тут же Костя не готов. Стоп! Раз! Два! Врач! На меня Костян смотри. Не, не нормально. Ебать. И победу в этом бою одерживает боец из красного угла ринга. Это Кравченко Артем. Скачивают, не торопятся. Сейчас хорошо зашел Слава, после нацелен хизры. Раскачивает Слава. Пошел вперед. Ной к шинам. Хорошо, справа между рук попадает и еще. Так. Вот и первый нокдаун у нас в этом поединке. Ну и как раз таки после разведки передней рукой очень хорошо Слава достал справа. Возобновляется бой. Тут же поджимает и раскачивает Слава. Постоянно на скачках указывает Вячеславу начать справа. Не достает. Хорошо начинает атаку, но почему отвечает. Давненько не было от него выпадов. Сейчас слева попадает Вячеслав, оттягивается. И еще одна атака. Оу, какое попадание справа. На передвижении, на постоянном раздергивании. Слева достает. Пятится назад Изры. Да, очень, конечно, неуверенно себя чувствует на фоне соперника Хизры. Попадает, Слава попадает. Ну и сейчас вот-вот, я думаю, рефери уже вмешается в ход этого боя. Поджимает, поджимает. Оу, справа попадание. Ну и на этом все, мне кажется. Да, все. И в этом бою победу техническим нокауту одерживает скачедуб Вячеслав по прозвищу Славян. Для своих последующих атак. Пошел вперед, как харизма, но не достал ни одним попаданием. И тут же зарубил. Оу, есть попадание справа от харизмы. Воу-воу-воу. Да, отсчитывает реф первый нокдаун. Как пошел вперед Ильгар. Победу техническим нокаутом одерживает Гасанов Ильгар по прозвищу Харизма. Отношения один уличный, второй с разрядом, тем не менее. И сейчас пошел вперед Артемий. Как встречает его. Какое попадание от Артемия сейчас. Как восстановить. Рубил у нас тут просто с первых же секунд.
попытался зайти сейчас неплохим ударом. Курбан спокойно Артемий относится к этому, к этой рубке. О, еще какие попадания! Необходимо доработать сейчас, конечно, Артему. Раз. Два. Вот и нокдаун. Первый в этом поединке. Пять. Готов? Шесть. Ну что, рука. Семь. И победу отказом соперника в этом бою одерживает Заворотынский Артемий.